Нобелевские лауреаты. В Стокгольме состоялась торжественная церемония вручения Нобелевских премий. Объявлены лауреаты по медицине, физике, химии, литературе и экономике. В области медицины премию присудили ученым США за открытие так называемых биологических часов. Их коллег-физиков наградили и за вклад в обнаружение гравитационных волн. Международный коллектив химиков из Британии, Швейцарии и Америки получил Нобеля за изучение криоэлектронной микроскопии. Премию присуждают с 1901 года. Всего она вручалась уже 585 раз.